ручного оборудования должно быть инструкция по охране труда. И подготовить на конкретное, на каждое оборудование с названием инструкцию. Обновленная поликлиника номер один только открыла двери для пациентов. Работы здесь предстоит много. Но главную медсестру Одинцовской областной больницы Ольгу Морозову этим не напугаешь. То, что говорили в медучилище на первых занятиях будущим медикам, она отчетливо помнит. Всегда иметь холодный разум, не паниковать. Вот у меня это как бы осталось. Не пропускать каждого пациента через себя. Это Ольга Викторовна тоже хорошо помнит. Но за много лет работы так и не научилась оставаться равнодушной. Уверена, доброе слово иной раз лечит не хуже таблеток. Доброе слово обязательно. Потому что это не только манипуляция, это не только лечение, но 50% – это отзывчивости абсолютно медиков. Потому что как ты поговоришь, особенно с лицами пожилыми, и доброе слово, оно долечит. Не скупится Ольга Морозова и на добрые слова для своих подчиненных, а их у нее более 2000. Это младший и средний медперсонал Одинцовской областной больницы. Все разные, поэтому и подход каждому свой. С кем-то нужно по-доброму, ласково поговорить. На кого-то нужно немножко нажать, потому что, да, к сожалению, человеческий фактор мы не можем без такого жесткого руководства. Ну, находим ко всем общий язык. Медсестер, уходящих в грязную зону, провожала лично. А первое время шла вместе с ними туда, на передовую. Я дала себе установку, что не заболею. Вот так оно и будет. Главное, правильно все делать. Не нужно бояться грязной зоны, нужно опасаться чистой зоны. Потому что все проблемы, они в основном происходят, когда сотрудники уже расслабляются. Да, и, может быть, какие-то меры безопасности забывают. А так нет, не страшно. Медучилище, два высших образования, управленческое и юридическое. Ольга Морозова постоянно учится сама и мотивирует повышать квалификацию других, как и коллеги, с нетерпением ждет окончания пандемии коронавируса, чтобы, наконец, выспаться и провести время с супругом и сыном. Последние несколько месяцев они виделись нечасто. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».